Почему твои латы жопа латная? Ой. Здорово, ЗС. Мы тебя тут ждем. Я тут. И мы тебя тут ждем, чтобы ты тут отхачил. Потому что этот поймает там, где надо? Треку поставлю. Да, ну... Может, да. Тогда пошлите квадратик сами. Ну там оно просто лужа, хуёво, там лужи разливаются. Понял, хуёво? Ну когда там танчишь, где квадратик, потом же те лужи не сразу пропадают. Босс, ну, он просто на другую сторону сейчас поставит босса. Так лужи в середине нахуй стоят. Как за домашкой, лучше тут бить. Да потому что танк забежал, блядь, в мире, в РДД нахуй, и начал забирать болотчик, блядь. Нет. Лужи, видел, которые остаются ядовитые, они же не сразу исчезают. Ну, когда он по кругу ходит, да? Да, вот эти лужи остаются, вы потом, блядь, пробегали по ним, ебанутые. Поэтому тут лучше его бить. Типа сюда увести далеко, да? Да, да. Вот я ядовитого вот сюда вводишь и вокруг нас водишь. Ты же водил его? Ага, ну. Блядь, ебать, года три назад. Ну, короче, вот тут проводишь его вот так. Да я знаю всю эту хуйню, давайте что, пулять? Да. Просто что там остаются эти лужи, потом вы по ним пробегаете, это пиздец. Только плотнее станьте. Бля, а тоже выходи на улицу, ты нахрен смотришь, и я не помню. Так я считай, на севере живу, ты сейчас. Ну, если ты говорил, у вас там сколько? Минус 20. Ну, а, я почти минус 20. Да, это у тебя есть это? Слышишь? Иллюзорная, блядь, это, блядь, банка, короче, спасла. Да. Ты, сука, что ты проебал. Последняя. Мало. Через 5 штук у тебя еще? Две, я тебе отдал две вот эти. Два раза мало и больше. Ни разу в ПВБ не попал. А? Оставляй, я с банка чуть ли не там выйдя на один. Ну, да, это... Я говорил, да, парни, да, купите без стопа. Пошло нахуй. Любить всего у нас, а можно пострелять. Надо ГП, что вы как делаете. А я смотрю, тебе лишь ГП поможет. Че, я заеду? Он че, наверное, ударит. А ты что, хуже, да? Я ему ГП. Вот и просто. Ой, блядь, это другие могут просто. Ну, за грохот можно не сидеть, а сейчас да. Попаем. Тупо начили. ДК, как ты стаки скидываешь? Зелёнкой. Ты подлавливаешь его как-то? Ну, на 9 секунде он обновляет, даю на 10 зелёнку и всё. Стак не вешается и всё. Ага. То есть привет. Правой выше. Это не которая кастует. Треугольник заведешь его?
Давай забег, мы с вами поменяемся. О, жестко потерял, нога отсулил. У нас 4. Ебать. Сильва, Геру, давайте. Это было не доплохо, на старте уже сидел. Ну, пиши. Я бы сказал, я закрыл сам. Велик, пожалуйста, давай. Ты его убил. Маха, бэ, класс. Пошли туман у нас всегда, одевай, когда блядь, закрывай. Поднимай, 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 способно будет. Чит маны там улеглы, будашь на руне. Я в центре закрыл. Ну, не до нас туда. А у тебя есть, да, ФРДК, правильно? Что-что? 4-4. Я уже давал на первую руну. Выживайте как можете. Последний так появится. Или 3%. Так, там же свечи сразу, да? Да. Угу. Пошел последний. Пошел. Не забываем вынести. Для бомба 3 паки не где? Прошло бы носить. Вот на домике этот. Сфера. Быстрее сфера. Билет. Я это вот. Ох, ебать. Просто разъебал рейд. Бля. Это он не играет, что докастил? Да, знание круто. Я смотрю, где Катрон бил аннигиляцию. Видишь? А знание круто со мной лежит. Я уже поверил в наш успех. Думаю, вот я пока ничего не понял. Знание не свечнулся, раз. Нас сами. Антошка, блядь, нас уебашил. Как там нестабильная энергия и проводник, да? Вот эта залупа, которая ешь. Ты поставь туда его выносить-то, блядь. Я просто из-за этого. Ну где тебе удобно, ты же смотришь на тебя дебаф и выносишь его. Если да, мы можем просто на ренже стоять, все. Ну я сразу отбежал, вот все остальные. Уже стоял, блин. Ты будешь наносить, когда кикать каст? Кому, на кого, кто подбил эту кнопку или нет? Ты получаешь и кикаешь каст. А оно как-то показывает, что ты ее получил? Сколько секунд хотя бы есть, примерно? Посреди экрана пишется. И у тебя посреди экрана еще кнопка появится. Босс кастует аннигиляцию. Вот. И... Карта, бля. Пизда. Пожалуйста, дайте знать, чтобы я хотя бы понял, что происходит. Ну вот как только у тебя появилась эта хуйня, ты можешь ее, в принципе, нажимать. Пошел, по-моему, даже сразу аннигиляцию кастует, как называют, и почти сразу начинает ее кастовать. Не знаю, я так мы очкую, добили, я чуть-чуть. Мы добили перку, и до каста оставалось там хуйню времени. Где-то 3 секунды. Поэтому ты, как получишь эту хуйню, сразу можешь нажать. Я радиус не знаю, какой. Парни как работает с РДД тоже. Ебашит меня, значит, электроразряд. Потом ебашит Антоха проводник молнии. Раз на шестнарик. Меня поднимают. Еще раз цепухой. Уебал ВОЗ. И потом Антоха уебал проводником. Еще раз. Раз в 2 секунды проводник бьет.
повесился на тебя проводник, вышел нахуй сразу. Я не только тебе, я сразу говорю остальным. Потому что идет нормально, блядь. Потому что меня въебало 20 кастрировано, два раза под... 10 метров там раньше был я. Да. Первый раз въебало на 16 косарей, а на следующий въебало 20. Ровно 20, нахуй. И из-за этого я умер. А так выжил бы. Точнее, не выжил бы. У меня было 17,5, а въебало на 20. А что это сука за лентяйки тут лежат, ебать? Когда вываливается сфера с босса, босс становится невосприимчивым к урону, да? Я сразу свечусь, не знаю. Не, может, по-моему, дамажится. Нет, его можно бить, можно. Так, может, я не буду свечусь. Не, будешь. Не, буду. Будешь. Тут каждый важен. Да, там, блядь. А ну, если все не свечились, и мы его обязательно не свечился, ты же говоришь, мы его убивали. Я в конце не свечился. Он на последний, на который взорвало как раз. Я мертвый был, ты мертвый был. Я просто не уверен, на я ничего не сбил? Нет. Я просто не уверен, хватит ли нам, если ты не будешь светить. Я не хуй его знает. Может, Антоха с данными тряпками закидали, да все. А это Антоха не сбил? Я просто смотрел, от чего умирал, поэтому. Я макрос нажимал. Ну, если Антоха... Ну, ты нажал, видимо, когда каста не было. Ну, сейчас потому что уморило нас всех. Потому что меня мне каст на 114 косарей прилетел. Ну, может, это явно последняя... аннигиляция. Нет, ну на ней последняя сферка, которая была, там осталось что-то 80 тысяч хп. А, ну значит, Антоха не виноват. Сейчас. А скинь в ропус. А, проводник? Проводник, молния. Сейчас. Вот так вот можете открыть его сразу. Это а вы не показывал? Не, а потом... Подожди. Как в Вуду поставить цвета по классам? Нет, там можно как-то поставить. Не, вот тогда хилбот выиграют нахуй на 1000. Ну они оба очень похожие доны, почти одинаковые по сути. Да. Группимся. Хилбот обновили вот сегодня они вчера, по-моему. Да, группимся, какую? Вот, стали и все. Чили. Да, блядь. Ну хотя тут в принципе без разницы можно продать. Ваня, ты клик, да. Что натягивай, понял? Хуй. На ману, чтоб когда сферу закрываем. Да я да. Да и то мог. Надеюсь, что можно тянуть. Натем. Орбит, ёбаный шахал. Где-то тряпка. Потому что намного больше надо диспалить что-то. А что там просто орбит нахуй? Бомб. Я всегда диспалил 4-5, да? А сейчас такой свив. Паладин рыгает нахуй. А вроде не сложно или босс. Ну, интересно, кстати. Не знаю почему, но это понравилось для меня там интересный босс. Кайф. Вот этот? Не, мне больше дела понравилось. Интересно. Да, и не понравился Мороз. А я его, кажется, нормально не бил, мне похуй. Ну, потому что на Морозе, если паладин ДК танчит, то есть вероятность, что паладин может промахнуться. А, да. Больше мне опять надо собирать. Паладину надо как-то ДК, допустим, 16 же метров. Потому что агро это мать. А, набирают 8 метров. У ДК это ладно. Далеко.
Паладином тоже. Паладин чуть ближе. Паладин чуть ближе. Чего к ним шаг сделать не нужно? Не знаю, я достаю. Палы. Палы. Поэтому и чуть-чуть, типа, ну, если он промахнется, то это, если, допустим, на орке ты промахнулся и подкинул орка, это не страшно. А тут, блядь, ну, всё, умер. А есть тут паладины. Пал, у тебя ж 8 меткости, ты бегаешь. Ну, ты вот, который второй спросил. Который сейчас ДК. Слава. Слава. Слушай, 8 лет 5. А, хорошо, хорошо, нет, только потом победить. Да, когда танком играем. 8, а вот. А талант, блядь, надо 16. И талант они. Ну тем более. Ну ДК. 3% надо... меткости, которые ШП дают, не считается. Тихо, тихо. Что говоришь? Это у ДК, а у паладина нету. Правый вышел. Правый, правый. Пошли, 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 пошли. Я помню. Разве? Значит, я тогда не так. Можно Геру сейчас отдать. Кирилл Пет. Я скажу, я скажу. Найдите сами за... Не надо. Прохиливаем. Быстрее прохиливаем. Ну что, поделаю вместо, наверное, Гиру на следующего поставлять. Но... Да, боже. Как будто мы готовы. Не, я все пловы, в принципе, только которые на рифте подсели. Орбит сильно. А, ну что молчи. Ага. А что ты хотел? Ну я дверь нажал, два щита, у меня мне еще ровно. Стой, стой, тихо. На вот это нажмешь. На стрим. Все, все нормально. Ты под... Закротик! Ебать его в рот, кто побежал так? Мах, ебать, ты конечно... Ну не распределились. Ну вот распределились, не убили. Все, да уж нормально. Что ты? Что, последняя, последняя руна. Не успеваем просто. Закрыли. Орбита, орбита, орбита! Сейчас шо, появится новый. Вышел, вышел уже. Поставь его в центр. Вылез, отлично, отлично вылез. Вынес, вынес, пар вынес. А пока что же стена далеко не выбила. Сбили. Антон! Ебать. Отличнулись. Нужно, чтобы команда нас не бил и все. Сбил Зенни. Зенни! Ёбаный скакал. Да. Ингиляция. Не знаю, мне сказали, сбей. Может мы, да, если... Да, 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 да. Вот и не тот, не тот каз сбил. Это я сказал, my bad. Да. Мы... Запомнить цель можно его взять тогда и смотреть. Короче, мы, по-моему, с конца вторую вот эту, которую забрал Зенни, кап, мы, блядь, слишком быстро ее отхуярили. Тогда Саня, Саня не свитит. Мы успеваем. Мы успеваем. Какая разница, можно тебе сразу налупать несколько, а потом сбивать просто. Да. Да, я мне, ну я сказал, блядь, я слушаю орал, орал, сказал, сбей, все. Вопросов много, как бы.
тоже смотреть. Вот. Вот. Вот, блядь. Слушай, слава, да? Правильно? Это, слушай, ты не знаешь, что работает на него проклятие, могу сказать, на каст? Просто на зрительство. Не работало на ком. Мы проверяли, на ком не работало. На коне. На коне не работает, да, получается. А тут могут включить, могут... Дыру сходи. Нет, тут суть в том, что... Эти те боссы лить, короче, Близзардами заложено, что на него работает, вот поэтому и работает. На валиках тоже работает, потому что Близзарды это учли. Но все нет, что им похую. Ну вот я и хочу. LEG 163. На который самый геморройный, на того и буду бросать. Давайте по нему первого ставим. Женек, иди сюда. Да. Иди сюда, сука такая. Что? Прыгни сюда. Да, что-то. Вот так подпрыгни, подойди в упор, подпрыгни и нажми прыжок. Расовый, блядь, валет. А, расовый? Я его не даже не выставил, блин. Сейчас, походи. Пики, когда будешь, нажми. Сейчас. О, нихуя. Да он меня не выставил, я его издать не хочу, понимаешь? Если ты не будешь ждать. Чтоб ты сегодня заебался. А что так долго? Я же вроде нормально его убил. Ну я когда ходил. Так, подожди, а что за домашниками? Так, я просто с ними ходил разок. Ну, блядь. Подмыхи. Подмыхи, наверное. Да Катя же ушла тоже в Гринхилл сейчас. Чего? С Вадимом. А чё не ушли? Отношения не нравятся. Какое? Блядь. Марш... Ну, блядь, ну, там долго рассказывают. Ну, порассказывай, я послушаю. Ну, опыт. Блядь, там шаман говорит то, что Катя не хилит. Так она нормально. И ей не нравится. Потому что цепуха шамана перебивает ходки друида. Конечно, это же надо ухитывать. Ну вот, блядь, она ему говорит, типа, он говорит, хит по-другому. Ты ебла? Ну это ему скажи, нет, ты чё говоришь? Ты за него что-то говоришь, тебе ему. Да нет, нахуй, а вот это когда кто-то хилит, уже плохо, хила не хватает, что ли? Хила не хватало, а это падал. А просто, блядь, нет, у меня, я когда слышал первый раз, что они идут по ролу, и что человек, который ходит 10 раз, имеет такие же права на шмот, как и человек первый раз идет, или два раза ходит с гильдией, я, ну... сказал, понятно. Слушай, а там шамана случайно не директора зовут, да? Не-не-не, там это... Ну, Орел, короче, там... Так что всё. А то, знаем мы таких шаманов. Которые... А, папа, проверили, лучше всех. Шаман, уже запиздились, бабы проверили. Бля, мне вчера так хуёво было. Я когда уже... ложился спать, меня уже тошнило. В люках не было? Нет, ну что-то... Такое, отдаленно напоминает. Я чуть-чуть посидел, отключил. А? Да. Начинаю. Очень плохо. Я именно думал пристать к зайке перед тем, как спать лечь. Мне так хуёво стало, ебать. Думал, что ну как бы могила. Так ты не придумал-то. Я так пишу, так как отъехать. Ну да, можно какие-то в угол поставить, вот я сама. Куда ты пошел, блядь, не ловись так. Не, стой тут, я ебу, блядь. Там гадость, блядь.
кстати, тоже по 5 антигеморрой, когда он стоял. Он стоит просто, он псих и бьет. Ну, похуй. Так он не бил уже. Она закончится и... Я снова убью. Просто когда она в бою, он на месте стоит, ему похуй. А эффектив уже тоже с востока, да? Да. Ну да, тут я, кстати, вот на каком бы сервере я не играл, всегда есть дальневосточники. Мы их видели. Ну конечно. Там же тела тебе не хуй, блядь. Не, просто у них часовой пояс. Ну, плюс 6 к Москве. Очень хорошо будет. Ну, плюс 6, у меня восточник, у меня там 8. Ну вот 7. От меня у Кати плюс 6. Парни, да. У меня плюс 1. Дальневосточники, это не просто, а, блядь, один город какой-то, там же Дальний Восток начинается с одного города, к примеру, там, образно Алматы, а потом еще через три часовых поезда, пояса идет, допустим, Владивосток, и все это Дальний Восток. Вот, они с Владик. А, ну это самая жопа мира, блядь. Да-да-да. Ну там от Москвы 7 часов тогда. Да. От нас туда на поезде 2 недели, хуй нахуй. Не, сейчас сократили. Неделя. Сейчас неделя уже. Неделя? Андрюха на велосипеде 2 недели. Андрюха за 3 дня. Это он замерзает среди пути, блядь. Ебать, тупо снялись, прикатывает, ебать. Сколько все есть? Как этот фильм, какой еще тупее вместе, блин, совсем, да? Семьи, когда там босс нихуя не делал, я сука стою, джагу спамлюсь, сука, и диспалю пиздец. Нихуя не делал, видишь, я пятый по ДПС. Ну хорош, ты спамишь одну кнопочку. Какую? Да, сука. А Саня сюрикен кидает? Я стреляю луком, блядь. Не верю. Портиком? Шмуюсь, блядь, 1000 ДПС она делает, что не верю, блядь. Еще есть. Я пока подпрыгивал, мой бог. Левый вышел, левый. Не ребята бежит. Сука. Блядь, мужик, ёбаный их лазит. Сюда можно и оружие. Осторожно, оружие. Подожди, мужик. Блядь, это электрический. Да ничего, ничего, тут лужа все равно один хуй. Надо будет добить. Кто сбил? Блядь, Антоха хуёха. Только Антоха, появился, сразу она ебанула. А ты хуйлан пиздишь рейду сейчас. Да. Я не бил сферу, на мне проводник был. Так у меня проводник был, как я тебя бить-то буду? Что ты, блядь, на 40 метров не можешь подойти, на 36? Блядь. Я за дубиком стоял вообще. Дубик, нахуй. Сказал бы, дубик съебался. Надо сферу бить. Ну что ты молчишь, ты смотришь просто на дерево и все, что? Дубик ебет, что там ты можешь бить, не можешь. Ну, блядь, кто ебанул? Там место за... И тупо, ты вообще, ты ноль урона по сфере дал. Пиздец. Чёпнуться. Ай, давайте как-то, ну, все, блядь, тросы. Сфера, 68 тысяч. Сфера, 68 тысяч. Ну, тут ясно. Ясно, вроде. Сфера, 53 тысячи. Ну, я 60, я пока дал. 50 ноль. Слышь, мне там надо было подождать, пока это... Мэри лужа пропадет. Чё? Хорошо. Блять. Ревенрад, пиздец. Тупо. Не, не шутать. Ну просто чтоб не лутать лишний урон. Там... Лужа тикнет, и этот хуйлопан стрельнет своей цепухой, понял? Может, не хотел, все, блядь, что-то как-то стали все в куче. Я и не понял, как мне, блядь, пройти. Ну, блин, 4 раза одну кнопочку бы нажал, и уже бы вайпа не было. Два. Не 4, 2. Парни, РПТшники, ну нажмите вы тапки, блин, пробегите за босса. Давайте наоборот сделаем, великий, ну ладно, пол. Ну просто РПТшники могут вокруг босса остаться, вообще там места с головой хватит. Ну если бы чуть-чуть макрос умел нажимать, мы бы убили все равно. Убили бы его. Ну просто там бы надо было идеально нажать. Так, этот макрос это нет, если два надо нажимать.
Не знаю, я хуярил, спамил сразу. Я тоже спамлю, блядь. У нас понятно. Я не могу просто понять, оно, сколько он кочка стоит? 2 секунды, 3, блядь. 5 секунд. 5 секунд. Я забыл про проклятие. Да. Это решение того, сколько мы урона дадим, понимаешь? Он типа, вот сейчас выбрал прям туху и сразу сейчас уебал. Да, вот сейчас у него 0,1 секунда было, но это из-за того, что просто маг не дамажил, блядь. Да, ну опять, видите, вот сколько раз мы будем вайпаться, маг, пока лидер... Давай я выйду, мини-свой, одну кнопку. Нет. А в рейде тебе надо две кнопки нажать. Да. Получается, да. Чем быстрее мы убиваем, нихуя не могу понять. Тем больше, чем быстрее мы убиваем, тем больше мы убиваем. Тем больше у тебя не подаманивает. И еще, кстати... Если у кого-то уже есть эта штука, чтобы забить каст, каста нет, то есть еще одна сфера, лучше, чтобы он не забирал, потому что да, если у него есть это, то две будут. Не добивайте Бой. Сферу, если у вас есть уже баф. Разговорили это. В чем дело? Да. Маг бьет всегда. Просто? Сферу, ты варишь коней, блядь. Как будто ему так сложно свапаться. Фиган, что ли? Я не знаю, я тебя валю. А потому что он не хочет кнопку нажимать, он выкупает, что у него сильно большой урон, и он будет ее добивать постоянно. Я на 10% не бью уже. Чтобы кнопку не сейчас на 100% не бил, понимаешь уже. Сейчас-то понятно, тогда я на 10 стопал. Я смотрю, 100 тысяч осталось, ну все. Все, все стрелы на котором. Даже не 100, там где-то 50 осталось, я уже не бил. А то холодный, блядь, бешеный, просто болотит до конца. Да какой 25, у них каст на 20. Ну вот когда 30 остается, уже не кастует тогда. Ну надо по нигиляции смотреть, ты, блядь, сука. Все, запускай. Ну, блядь, посмотри. Надо, когда нам попадет этот босс с нигиляцией первым, но... Заставим просто тебя, маг, всегда лутать этот дебаф, блядь, и ты будешь кикать его. И все, и приехали. Да. Хотя мне похуй, мы можем и сейчас ставить, потому что, как бы, я для этого облитую. Просто не очень проблема, намного дольше надо времени. Типа, не факт, что он выпадет первым. Шаман, блядь, пожалуйста, хамичка. Не факт, что он первый упадет. Ну, второй. А если он последний, уже тратит на эту хуйню, как не охота. Понятно. Нет, ну просто... У кого панели могут закрывать, еще как-то. А не смотри, ну, да, мы сейчас уже дали. Там, к примеру, тоже на него. Нет, когда еще касса стопнули, блядь, и нажать тогда это на касса. Не знаю, там просто ебать. Надо написать просто макросе стоп касты и все. Ну, у меня так прописано. Да, пацаны, знаете, в чем проблема? Нам надо очень быстро убить этого босса. Просто, блядь, тупо Романкура уже пятку заталкивает. Гендальф не справляется. Да. Да, я еще курю, он как-то усиливает. Рефлекторно уже, да? Срабатывает. Да, у меня уже лоб потел, парни, ну быстрее бейте. Кирилл. Вот я вам скажу, пока язвы не было, это было легче переживать. Кирилл, после язвы, мы достаем жезлы, бьем жезлами. Боеприпасов нет на жезлы. Что с бьем? Там есть боеприпасы, можно на жезлы стрелять. И шандаем. Чтоб с жезлы стрелял. Ты что, брат? Нет, зайди в персонажа, на жезлы боеприпасы нет. Давай я сейчас жезлом постреляю. Давай. Давай, тебе ты нахуй жезл. Ну, смотри, как ты мне еще раз жезл. А, зелененький, блин. Простите. Блин. За сколько продаж боеприпасов на жезл, Марик? Знаешь, такой просто голду дам, блядь. Может стрелять. Мак, нажми. Мои припасы на жезл. Вот это, конечно, сказанул. Это, давайте... Так хочешь ли? Может стрелять. Я знаю, что нам показывают мои припасы, но они нахрен не упали. Ты чё, стрел? Ты чё, ДК? О, Лака, прокастуйте, переведи его сразу на другую сторону. Прибегайте.
просто насрал там сейчас. И да, к джипсу, к джипсу. А, блядь, чуть не успели. Ну ладно, это уже получше. Да, да, получше. Все, потом пошел, пошел вот этот аннигиляторная пушка! Да, видос этот, да, да. Потом, конечно, он хуярит цифры, блядь, лишними. Да, она мне проводит. Катрон. Все, отлично. Это уебало второй раз. Что-то, блядь, что-то? Ого. Привет, брат! Сбивай, сбивай, мах. Я нажимаю, не сбивается. Я до тебя достал, что ли? Ну, он... Красный. Ты раньше нажал? Видимо, раньше нажал. Я сказал же Ревендрак, чтобы признал, что у тебя эта пушка. Я видел, что у меня. А ты сказал... Ты ебалка, да, нажал? Не знаю, ну, видимо. Да. Ну, а как больше? Я же этот... После того, как Зенник въебал по команде, я просто теперь озвучиваю, кому, блядь, упал баб, чтобы знали. Если чуть-чуть отвлекся, чтобы... А, человек... ты всегда смотришь на босса, он ли, да? Виталька, я тебя уебал, я? Что ли? Давай ты будешь просто говорить, когда надо именно кикать каст. Давид, говорить, когда... Походу, ну меня проводник убил. А, ты говоришь, когда кикать. Он, походу, на мне был. Нет, а выпал магу. И он магу... на мне был, а меня не прохилили. Мэри, да, это я посреди экрана написала, что выпала магу. Я тоже увидел, что на меня, но я, видимо, раньше да. нажал. Подождите, я вообще про другое. Меня убил проводник молнии, потому что я стоял далеко. Меня тупо не прохилили. Я сначала умер раньше всех. Да. Короче, пойдем, я, короче, скажу вам. Я убью 20 тысяч. Он ударил 11, а потом Эрику уебал, смотри, 20 с хуем. Сначала 10 500, потом 11, а потом, блядь, 22 даже костря. Интересно, а этот дебаф могу кошем снять или нет? Не знаю. Пока еще не знаю. У меня макрос. Появляется. Не, ну я-то макрос быстро снимаю. Ну, у меня он стоит на кнопке макрос. Да нет, он... Да. И сразу просто... Я сказал, да, это... Лучше говорить сбивать и все. Только смотрите. Подождите, посмотрите. Есть предложение отдельное. Что? Знаете, какое? Один килл махнет, станет треугольник. Подожди. Один килл станет треугольник, второй килл станет напротив, сюда, под вторую статую. РДДшники растут с двух сторон, чтобы меня молния не убил, просто дебаф. А то я выбежал дальше всех, и меня тупо убило... Это хрень. Орбит, крестик, нужно. Орбит, крестик. Резайте быстрее, парни, блядь. А в треугольнике будет тубик. Быстрее. РДДшник знал с двух сторон просто от босса. Все. Точно.
там как раз Мэрику лишними зашло 6700. Они не стрелю, как бы они меня как будто аутори не пьют. Где Дубик? Плачет где-то, нахуй. Бирюзовый сок пошел. И после того, как он сгорел, да? Да. А ты там еще не обосрался? Нет. Прошло уже. Хотелось, блядь. Это как всегда, блядь. Это... Практика, куда? Вилка, когда я ушел, блядь. Сейчас во время пула катка дальше, блядь. Бурс пойдет просто. Соло босса запиздишь, чтобы быстрее уйти. Непонятно. Газрой поел? Фу, блядь. Подожди, поел? Слезы на глазах. Поел. Веди, я быстренько пойду, буду встану в туалете. Это когда РЛ сейчас в реал лайф бурстит. Ну ему все равно пока стоит на этом бурсте, давай. Да, веди. Это Вилик. Сука. Ай, не могу. Ой, бля. Какая бич со слезами на глазах? Та же хуйня, не знаю. О, как пиздец. Да что-то тут можно и попиздеть, не знаю. Воняет. Кстати, 21 ловкости, это сколько крита? Я пальцы придумал. Просто интересно. Ну ладно. Ты чё, холм не пошёл? Что? Мне просто интересно, если мне сейчас прикол с БКшными сокетами держать метасокет на 21 крита и 3 крит урона, еще плюс его активировать сокета на 10-15 сил и там с опыта выносливости. Или я могу просто, блядь, ёбнуть на ЛФК сокет, да? ЛФК крит. И просто забить себе, например, на 30 плюс крит урона, если надо. Понимаю, что я просто не подключаю к смартфону. Аналогично. Нормально. Хороший шей. Мне нравится. Хороший прок. Хороший прок. Ну, блин. Обычно что прокаешь сразу, блин. Стоишь. Значит, ты прокает. Я гоблину удобно в этом боссе. Кидаешь ракет, блять. Вы сейчас это, парень, немного бурсты свои придержи. Я твой рал слишком долго бурстил. Они могут быть какая-то долгая, вот видите. Да. Долгая есть босс. Сколько там процентов босса? 70. Может, Давидов подождем? Нормально, я жопу придется вытер. Я на месте.
тут кусок обоя оторвал, да? Да, тупо, блядь, об угол жопу, блядь, раз и все. Что тут успеешь? Если что, сразу на другую сторону приведешь. Хорошо, если я кусок обоя. Аннигиляторная пушка. Просадь, мясо. Мне этого не проходит. Марик? Нарик сбивай. Да, я вижу. Там вообще фигня сбили. А еще себе в кварте вынес. Берри Катрона. Нарик? Да-да-да. А он не глядит, да? А. Ты кипаешь, я? Ты. А. Вот, сейчас я кипаю, да? Да, давай. Хорошо. Патрики, скажите, когда я? Ну, после меня, как я понял. Насчёт, блядь, пацаны, попад. Сейчас кто? Сейчас я кикну, теперь ты кипаешь, скорее всего. Вздыхаем, да? Да, умираем. Лобик, я сейчас был. Зеник, ты залупа. Да нет, Зеник залупа. Нахуй ты меня убил. В смысле, а куда мне Марка с панелью ну, пропал? Сука, конечно, мне снимается, нихуя. Зеник. Да. На тебе был дебаф. В мире ничего не забыл сделать. К примеру, съебаться нахуй. Дудик, а ты встать не можешь, да? Ты вставал, что ли? Так я говорю, меня Зеник убил, нахуй. Парни, а я кому сказал, что он Дудик, я убил Зеник? Так я даже не под босса был, я, блядь, сферу убил. Сфера, блядь, бьёт проводником, и этот, блядь. Один тебя бьёт. Зеник убил. Ну, парни, кажется, сбить. Это вообще просто такое. Дуби там Рощу убил проводником. Короче. В смысле, я? Я вообще стоял, блядь, от него нормально. Не знаю, написано проводник 17 тысяч. И мороз написано. Да. И ну, чижи. Раз мороз, два мороз, три мороз, четыре, пять раз мороз его ебанул проводником. И да, его пропишешь 10, что ли? Ну, я попробовал, как сказать, бать. Я просто не понял, что меня Зей бьет, потому что сфера сама проводником хуярит. То есть, когда ты стоишь возле сферы, она бьет проводничком. Ну, я могу вам сказать. Каспи просто, блин. Попасть на басаке, то сложнее. А я, блядь, там. Потому что карабовать, наверное. Сколько в конце ебашило, это когда уже вбегали на мне. А нет, тебя Зеник уебал. Нет. А, ты мы выбегали уже, хотели выбежать с комнаты, и на мне был дебаф, я думал, Коша, мы его сниму, хуй, да, блядь, и положил там троих, ебать, прямо возле двери. Да,
А как буду проводник молнии писать? Куда ты его писал? А киллбоди тоже вписывать надо? Да, не обнулили, вот там на ридарах он лагал раньше, сейчас нет. Да, тут, господи. Да какая разница, кому этот? На втором шоу? Кому как удобнее. Ну, сейчас больше слова скажу, что какой-то там, не знаю, кто там сейчас, блин, рэперы эти, охрененные, и что дальше? Я скажу, что дальше пойти. Не, вполне, ну, конечно, пример серьезно, но... Ну, тут, ну, блин, ну, ты понял, Давид, вначале. Я логику понял. Смотрите, что в хиллбот нарвалось. Подождите, там рубик поломался нахуй. Открываешь хиллбот, извлечение и клиентские. Там новый баф подписываешь, все. Так оно будет вуду оповещать, а я могу звук поставить, точно хуя. Просто шо, я стоял и что не стреагировал. Потому что там сама сфера хуярит вообще, понятно? Но каст сбить это просто настолько элементарная хрень. Там, кстати, я вам так скажу. На какой-то момент уже можно... У нас получается... На первую сферу забиваем все. На следующую сферу, наверное, будет свечиться РДД.